И всем привет, друзья! Сегодня мы будем проходить панч. Боже, так смешно радуется, на самом деле, докажу. Кстати, 2 года назад я проходил эту игру, помню еще. Это было очень давно. Да, я помню, тут была веселая музыка, но уже забыл, какая как звучит. Да, вот это уже. И вообще, как приятно вернуться в будущее. А, я играл в эту игру. Конечно, я думаю, все такую игру знают. Ой. Ой, да я не за этим пришел. Зачем мне нужен Play Market? Ну, отключите мне его. Ну. Че тут попит? Постоянно мешает. Rocket Punch. Давай, начинать. Что ты залагал? Не-не-не. Продолжаем. Это похоже на музыка, которая звучит как из фразы из Family Guy. Но там плохие слова. Как вот Майер произносил. Да шо? Да шо? Короче, опять у меня игра вылетит. Это все. Интернет отключу, пожалуй, потому что вообще. Так идите отсюда. Винифантик, иди. Сколько тут рекламы? Ой. Ой, да-да-да, я вижу то, что тут кулаки заканчиваются. Тут-тут-тут-тут. Ладно. А мы продолжим. А, без интернета не сыграешь. Ну ладно. А тут же все. А тут так радует. Ну интернета нет, то что? О, я понял такую вот штуковину. Вот так нет! Сюда. Вырубать мне в этой игре тоже понравилось. Видите, кому же так вырубить мне проход. Рука у него гигантская прям. Это как там, пазл, чтобы там, ну, какая-то игра так называется, пазл, что-то там. Ладно, что вы тут застряли? Сейчас выпадет. Нет, только застрял. Будто они ногу задели. Ух ты! Он от, когда вот так как читная стикнула. Так, ладно, короче, надо подорваться. О, я думал, сейчас мы будем проникать через рукой туда. А разве это был очень легкий уровень, докажу вам сразу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прорубим пути. Так, а надо все было, нет. Да, так еще. Извините, что так рано я не слышу, потому что я эфир делаю. Вот буквально сегодня уже 13 апреля, скоро Пасха. И сегодня выпущу хорошее видео. Где Соник отмечает Пасху, Том говорит, что он отмечает Пасху. А остальные мультяшки с ремиксами, ну вы уже поняли, я люблю ремиксы, я сам говорю. Это прикольно, я когда нахожу какого-то, хочу найти кто-то подписаться, хочу там, например. А потом еще, ну ладно, еще летают какие-то штуковины. Нефантик, у него есть какой-то канал, Мэри там что-то, не помню, кто-то Мэри у него канал, что называется. Потому что это, пока думаю, что это какой-то его канал, его друга, он немножко говорит, что похоже. Я не буду говорить, кто мне так сказал, но вы немножко можете, вау, догадаться. И еще, он теперь, и он говорит то, что я его предал. Как? А я рекрутинг говорит, что я предатель. Да ты сам такой. Обзываться-то что еще? Блин, с друзьями вспомнить. Чем его мог предать?
просто не думал, что когда хочу, чтобы он мои комментарии не лайкал, это привело до беды какой-то. Типа, я его подумали все, что я его предал, а я не предатель. Я этого МКАСе предателей много. Какие делал у меня предательство? Кормил меня какашками. Я какашек не ем, лучше бы так сделали так, что какого-то плохого. Того Мэри кормят, а не меня. Какой ужас. Как, вот эти еще есть? Самый сильный. Это мега больно, походу. Да, ого, там, короче, волшебник какой-то есть. Что за игра? Ладно, тут, короче, очень много реклам показывает, поэтому будем их пропускать. Стараемся пропускать рекламы. Ого, тут надо... А тут все легкотне. Вот это уже понятно, что... Рубили. И все вырубили. Я понял, когда врезается, она попадает, на жаль. Так, теперь какой-то что за рычаг? Ай! Боже, какой красиво сидит. Реально Стикмана очень похож. Да я люблю того Стикмана, короче, своего любимого. Который я 2 года назад снимал. Опять? Ну и лавкач. На тебе, вот получай. Тут-тут-тут-тут. Реально как мат звучит. Из того сериала. Это клёво. Кайфовый трек. Дан-дан-дан-дан-дан. А вот сейчас надо вот это. На тебе! Да. Ну ладно, если напоминает, не будем говорить. Эти боятся уже. Даже этот кусок подорвал. Вот капец какой. Ладно, ребят, сейчас подключим.